Всем привет! Я в мостах. Видали, как завод пыхтит? Обалдеть. Ой, выехала я сегодня в Гродно, получается, на 7.20 автобус был. Вот, выехала на маршрутке в 8. Ну и, собственно, сейчас уже без 15 мы приехали. Быстрее положено. Мне вроде как к 11, но я сказала... я приехала вообще как бы коронки ставить. Самое главное, не сказала. Надеюсь, мне их сегодня поставят. Но я сказала, что подойду пораньше. Сделают пораньше, то пораньше. Маршрутка назад в 2. Поездом я не знаю, не поеду. Но сейчас посмотрю, во сколько освобожусь. Но, скорее всего, маршруткой. Лучше я в 3 часа приеду. Чем я буду, блин, потом с ЖД добираться? Не хочу. Красивый колодец какой. Так что пойду сидеть, пока в очереди примут, то примут, нет, то нет. Не знаю, что получится из этой всей системы с этими коронками, но у меня есть один такой зуб, на который Гродно не согласилась ставить коронку, потому что он очень низкий. Как бы, может, со временем какой-нибудь там штифт сделаю, но... Ну, короче, сказала, что претензий иметь не буду, если вывалится. Но дабы она не вывалилась, решили две кронки с этой стороны спаять между собой, чтобы, типа, один зуб держал. Не знаю, короче, как там что получится. Но уж лучше что-то попытаться сделать, чем не делать ничего. И ждать, блин, пока развалятся зубы. Мне уже там 1000 раз леченое, перелеченное, поэтому будем защищать коронками, пытаться. Я выхожу в центре постоянно. И пройти мне тут остается буквально, не знаю, 5 минут от силы. На улице так холодно. Капец. Интересно, со скольки тут светофор. Я, наверное, сейчас сгоняю в светофор, если он открыт. Ну, наверное, с 9. Вот. Может, потом даже. Наверное, потом. Тут он недалеко, кстати. Не, люди ходят, может, и открыто. Не, не буду я ничего тягать. Короче, потом зайду, хочу посмотреть, что нового. Короче, растягиваю время. Я уже вот так вот просто эти все дома вот так вот кругом обошла. И сейчас только 9.15. И так холодно. Короче, в стоматологии смотрю, вообще никого нет, не хочу там одна сидеть, подойду к 10. А сейчас, короче, пойду по Еврику пошастаю, заодно и погреюсь, потому что прям, ну, на улице быть, это капец. Я уже и так тут всего кругу обошла. Короче, буду сейчас это, по Еврику гулять. Смотрите, какие милые, это пули 21.39. Ну что, установили мне коронки. Так непривычно, что-то мешает, все болит. Ну, не сильно болит, а просто дискомфорт. Короче, не знаю, сколько мы там, наверное, с полчаса мучились. Потому что 2 раза слетали. Короче, жесть, железный человек. 50 минут не кушать. Так что я еще успею сегодня в кафешке поесть здесь, в мостах. Пойду сейчас в светофор. Вчера еще последний раз выпила, была... противовоспалительное, немесил, потому что когда нашлифовали мне там прошлый раз, ну, подшлифовывали зубы, там один зуб есть, который прям, ну, коронка будет прям, не будет, а в смысле коронка так и есть, под десну уходит немного, поэтому, ну, нашлифовали мне до такой степени, что просто она и кровила, и болела. Капец, как непривычно сейчас. Я в итоге болела, особенно эта сторона. Так устанавливать их не больно, просто типа надо было прижать, то прижимали так, что я думала, и голова у меня еще прижмется к этому креслу. Жесть. Говорит, неделю привыкать буду, короче, к коронкам. Потому что в прошлый раз говорил месяц. Думаю, нифига себе. Не знаю, в прошлый раз посидела минут 15 с этими коронками без цемента. Я уже привыкла. Походила по светофору, сняла
обзорчик в ТикТок. Потом надо будет смонтировать видос. А так, ничего не купила даже. Пойду, короче, в кафешку посижу. Как раз по времени. Попью, может, чая. Не знаю, насчет поим. Но я попробую. Наверное, еще две упаковки орешков. Этих, блин. Наверное, еще две упаковки грибочков куплю. Я уже не знаю, куда сюда поеду в следующий раз. Наверное, сегодня две возьму. Там, наверное, офигеют. Потому что в прошлый раз обалдели. Говорит, сколько вам? Просто, ну, обычно приходят в кафе, берут там один грибок и все. А я-то не отсюда. Я в итоге ж не буду по одному покупать. Вот. Короче, пойду сейчас что-нибудь перекушу. Дико болят зубы сейчас. Как бы это странно ни звучало, но больно. На улице теплее стало. Кс-кс-кс. Киселька, красотулька. Теплее стало. Короче, надо на неделю затариваться пюрешками, наверное, детскими. Ну что, в итоге заказала? К часу будет маршрутка. В итоге пойду сейчас пока покушаю, куплю эти грибочки. В два буду в Гродно. Прекрасно, прекрасно. Вот а что мне тут торчать? Идти никуда не хочу. На подвесном мосту холодно. Это, наверное, первый раз за все время, сколько я здесь, я не иду на подвесной мост. Потому что там дубак. Страшный дубак. Взяла себе чай черный, шаурму и пирожное. И две упаковки грибочков. 56,50 за все вышло. Все, покушала. Иду на остановку. Постоянно все свежее, мягкое. Тут на месте пекут, поэтому все свеженькое. Вот. До остановки мне тут, блин, полминуты. Через полчаса я уже поеду в Гродно. Зубы болят, но я поела. Ну, как бы, жевать не больно, а вот смыкать, ну, сильно зубы пока побаливают. Побаливают десны, не то сами зубы, не пойму. И непривычно, что рот ставится. Непривычно, что сейчас... И непривычно то, что сейчас челюсть ставится так, как надо, а не так, как она хотела. И в итоге, я не знаю, сейчас к этому привыкать. Наверное, долго буду. О, приеду домой, не месил, выпью. Вылезло солнышко, то прям тепло так стало, вообще супер. И вот сейчас отсюда меня с этой остановочки заберут. И не знаю, когда я уже в следующий раз тут окажусь. Конечно, было бы хорошо, если бы я тут вообще не оказалась. Ну, в плане, езжу сюда-то только из-за коронок. Надеюсь, все нормально будет. Короче, в итоге стоматолог сказал, что за 20 лет с чем-то там у него не было таких тяжелых случаев. Ну, Гродно вообще не взялось. Сказали, мы тебе можем сделать, но рот не закроется. Почему-то рот закрывается. Ну, и он говорит, вы решили довериться более старшему поколению? Я говорю, естественно. Я говорю, даже если вывалится, говорю, я к вам претензий не имею. Давайте попробуем что-нибудь сделать хотя бы. Вот, а то тебе развели руками и все, типа, живи как хочешь. Тоже свеженькие грибочки. Две упаковки взяла по 23,75 за килограмм. Здесь по килограмму. Вот. Так что вкусняшек своим тоже завезу. Я уже в Гродно. Иду сейчас в Добраном. Куплю продукты. И в 3 часа будет автобус, который меня подвезет прямо на нашу улицу. Я уже на такси не поеду. А тут немножко побуду. И, собственно, на автобусе поеду. Сейчас, наверное, туда под Восток пойду. Потому что на автовокзале будет много народа садиться. А там хоть сяду и... Короче... автобусом доеду. В маршрутке тепло было. И два раза чуть еще в эти не врезались. Короче, в две машины, которые свеклу возят. То в итоге, ну блин, два раза вздрагивали все. Слушайте, прикол. Сходила в Добраном и иду на Восток сюда, на остановку. Тут капибара есть. Думаю, зайду-ка первый раз. Выбрала
сет номер 2 там какой-то был. Копибокс номер 2 называется. И сам прикол, что сейчас сижу, читаю в приложении, он стоит 17,50 за 300, с чем-то там, почти 400 грамм. Короче, если до 4 покупаешь его, он 10 рублей стоит. Короче, я за 10 рублей купила почти 400 грамм вкуснятины, которую готовили прямо вот при мне. Зашла так зашла. Мало того, что сэкономила, потому что Калифорния, которую я съедала всегда наполовину, была 15 рублей почти. Ну, не особо там, слушай, я говорю, а тут свежачок. И так вкусненько еще пахнут. Короче, сейчас приеду домой, перекушу. И еще и за 10 рублей. Еще и свеженько, вкусно. М-м-м. Моя вкусняшка. Сейчас быстро перекушу. Что они положили? Значит, в пакет положили само комбо. Соевый соус. И это чего, не знаю. Но я это не ем. Васаби бросили. Я тоже не ем. Салфеточки. Давайте есть дружно. Ха-ха-ха, капец. Боже, так пахнет. Теплое еще. Ну, там на две персоны палочки, короче, положили. Что написано? Приготовлено с любовью для вас. И сердечко. Вот один будет запеченный, остальные уже вот такого вот плана. Так, все, это ладно. Полине взяла хрустим. Пюрешку. Каждому хурма. Тут, короче, три пюрешки всех. Ветчина, семечки с солью, мандарины, вот пюрешка, одну Полине дам и две себе взяла. Мазик чисто доесть вчерашние макароны. Потому что Денису что-то тушенка это не понравилось. Я говорю, мы уже брали ее. В итоге сказал не особо. Так, это за капибару эту. Сет недели, копибокс номер 2. 10 рублей он стоил. Из магазина я не забирала чек. Не знаю, не помню, сколько мне там сказали. Ну, короче, все. Буду кушать вкусно. Вот так это выглядит вкуснятина. Один запеченный. И какие-то там с курицей, какие-то с крабом. С крабовыми палочками. Капец, как быстро потемнело. Уже начало 7-го. Полина еще в школе. Что могу сказать про капибару? Такое себе. Суши-вок намного вкуснее. Вот. Ну, что-то такое более-менее, но не совсем прям, чтобы вау. Прям роллы манюсенечкие. Ну, как бы не стандарт размер. По весу понятно, там оно там определенный размер, как бы, ну, определенный вес. Но не чтоб вау. Прям не до такой степени. Так, в целом, на перекус нормально. Вот. Сейчас придет малая, будем учить уроки. Мне надо будет еще эту мастерку постирать. Я как-то работала в ней. Ну, когда дом еще убирала. Потому что мне сегодня вот такую бяку сделали. Я, блин, в стоматологии только увидела. Короче, этот цемент потек. Я надеюсь, я это очищу, ототру. Оно не мажется, не вымазывается, ну, как бы. Но, короче, надо в стиралку закинуть, вот и все. Мандарины в Доброноме обалденнейшие. Просто не знаю, как хурма, но я один сейчас попробовала. Очень супер сладкий. Капец. Прям супер сладкий. Потому что в Алме, ну, тоже сладкие были. И в Санте сладкие, но не настолько. Прям именно за последние 2 года эти мандарины самые-самые вкусные. Вот, сейчас придет Денис, придет Полина, я буду с ней учить уроки. Он, наверное, я так понимаю, будет, наверное, в компьютере своем сидеть. А я сделаю с ней уроки и буду монтировать видосы. Все. Больше я не знаю, что я буду делать. Как бы мне есть что делать, но я буду догонять все-таки отставания свои, поэтому вот. И потом еще семечки у меня на вечер. Не знаю, я смогу их там погрызть или нет. Но есть, вот есть, да. Мне, кстати, уже ничего не болит.
делали мне в районе 10-11, в 10 где-то я, наверное, оттуда вышла, да. Если еще в 11 болела, ну как болела, тянула и что-то непривычно, то уже 6 часов уже по барабану. О, кот, наверное, запрыгнуть на меня хочет. Вот, ничего не болит, единственное, что непривычно есть и непривычно рот закрывать в плане, как вот зубы ставятся, да, они правильно как бы правильно ставятся, ну, челюсть как бы, как должна быть, а это непривычно, потому что изначально было иначе, поэтому сейчас вот привыкнуть осталось. Но когда я стала еще параллельно жевать на левую сторону, хотя я давно уже этого не делала, потому что там зуб был чуть ли не по уровню десны, и я поняла, насколько еда даже во вкусе другая. Ну, когда ощущаешь вкус, как бы так всеми габаритами прям языка, так назовем, ну, короче... когда вы можете есть и на одну, и на вторую сторону. Кто, допустим, ну, уже потерял какие-то зубы, к примеру, с одной стороны, то, ну, блин, и так поймет, о чем я. Кто пришел? Ну и вот, и получается, как бы, совсем другие ощущения и совсем другой вкус. Вот. Все, уроки? А, этот еще залез.